Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями. А самая сейчас такая новость, которая все обсуждает, что Израиль начал спецоперацию на территории Ирана. Так, на карте покажу сейчас. Вот Израиль, вот Иран, и сегодня там дроны атаковали военные объекты, которые находятся на территории Ирана. Как заявляет новостной канал Аль-Арабия, Израиль начал специальную военную операцию на территории Ирана с целью уничтожения его военной промышленности. Израиль пока не комментирует это заявление. Здесь статья подробнее. Так, дроны атаковали стратегические объекты Ирана, прогремели мощные взрывы. Звуки взрывов слышны и в Тегеране. Как сообщают очевидцы, в небе над иранской столицей подняты самолеты. По словам местных жителей, атакованы правительственные здания в Тегеране. И там даже сбили один летающий объект. В общем, всю ночь летали дроны над Тегераном, бомбили, то есть, ну, управляемые, разбомбили пол Ирана там, то есть пол Ирана, пол Тегерана. И теперь там паника в Иране настоящая. Сейчас я вам часть роликов покажу. В Иране прогремел взрыв в одном из центров производства боеприпасов Министерства обороны страны. Инцидент произошел в городе Исфахан. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Как пишет это издание иранское, Министерство обороны в заявлении отметило, что около 12 часов была, ночью это было, 23:30, проведена неудачная попытка атаки с помощью беспилотника на один из мастерских комплексов Министерства обороны. В общем, всю ночь вот так гремели взрывы. Иранцы в панике не понимали, что там гремит, что там взрывается всю ночь у них. В Иране прогремел взрыв в одном из центров производства боеприпасов Министерства обороны страны. Так, и вот здесь еще. В общем, весело было сегодня в Тегеране, все взрывалось, какие-то заводы, какие-то центры у них. В общем, атака мощная была, беспилотников. Так, вот еще здесь. Вот все горит, видите. Какие-то склады с боеприпасами взорвались. В общем, не скучная ночь была в Иране. Новые атаки, новые кадры атак по военным объектам Ирана. Сообщается, что Иран поднял в небо всю свою боевую авиацию. Ну, КСИР это называется, Иранская республика, объявлена повышенная боевая готовность. В общем, вся авиация, все эти комплексы ПВО, в общем, опоздали. Ночью уже все разбомбили у них. Дам ссылку, сами посмотрите, вот тут. И продолжение по этой теме сейчас еще. Кто причастен к этой атаке, сейчас там выясняет. К ударам по Ирану причастны США, еще одна страна. Ну, конечно, наверное, это Израиль, больше некому, заявляет Аль-Арабия. Ну, США понятно, что заинтересованы. Так, к ударе, к атаке беспилотников на военный завод в иранском Исфахане причастны США, еще одна страна, Аль-Арабия сообщает со ссылкой на источники. Телеканал отмечает, что целью атаки беспилотников был склад с баллистическими ракетами. Тем временем телеканал Аль-Хадат сообщает, что Израиль не причастен, к атаке дронов на оборонном предприятии. В общем, не слабая, говорю, была атака. Я думаю, США подготовили атаку. Израиль, наверное, все-таки беспилотниками ударными нанес удар по всем военным объектам. Многие говорят, что это Азербайджан отомстил за атаку на посольство в Тегеране и таким образом наказал режим иранских мул. Все может быть, я говорю, правильно, надо наказать за такие преступления. В общем, вот такие интересные новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.